У нас в году несколько пиковых точек по объему мусора ТБО. И одна из таких самых сильных точек – это как раз новогодние праздники. Опыт многих лет показывает, что где-то на 30-40% увеличивается воспроизводство мусора именно в праздничные дни. И Новый год в этом плане лидер. Но если вы заметили, коммунальные предприятия справляются с поставленной задачей. Город чистый, несмотря на то, что там и смет, и листва. Даже в новогоднюю ночь коммунальное предприятие и перевозчики Эко-Днепро, где мы находимся, работали в плановом, бесперебойном режиме. Вот. Поэтому я этим людям могу только сказать большое спасибо за то, что когда все отдыхают, они продолжают работать. Мусор это в основном бытовые отходы, это пластик, это полиэтилен, это упаковка. Январь очень для нас тяжелый период, потом у нас начнутся конец января, февраль, это так называемый сезон елок. Мы, конечно, призываем людей не рубить и не ставить эти зеленые елки, но основная масса продолжает этим грешить. Вот. Ну, а наша работа – все это убирать и держать город в надлежащем санитарном состоянии. На вчера это было 3600 тонн. Сегодня на 18.00, ну, я думаю, еще добавится где-то порядка 1000-1200 тонн.